В редакцию телеканала «Алмазный край» в Мирном обратились родители маленьких детей. Не с жалобами, а со словами благодарности. Рядом с местным детским садом появилась новая современная игровая площадка. Позитивные изменения оценила наша коллега Августа Степанова. Это кадры 6-летней давности открытия новой современной площадки в Мирном. Ее построили специально для скейтбордистов, но оказалось, мальчишки не особо туда стремились. Площадка пустовала. Пустовала, и при том здесь, знаете, собирались, то пиво пьют, то что делают. Поэтому сейчас только для детей же, я думаю, что это лучше, чем было раньше. Сегодня здесь батутные комплексы, надувные горки, водные шары. Детская площадка появилась на этом месте в июне. Аттракционы, зорбы, то есть шары вот на бассейне, батуты, спортивный батут для маленьких детей, машинки. Как бы планируем, ну, добавлять и добавлять, соответственно, аттракционы различные. Также вот там дети приходят с Харысхала, то есть бесплатно. То есть приезжают с Чернышевска дети, с Зари. Маленький Илья не может поверить своему счастью. Он за рулем почти настоящего автомобиля. Счастлива и девочка Маша. Прыгать до неба – занятие захватывающее. Там прыгивают вот так вот во весь рост и высоко-высоко, а потом падают так, и он их качает. Идея создать здесь детский городок пришла предпринимателю Евгению Поняеву. В администрации затею поддержали. Здесь очень много детей, поэтому я думаю, что это будет, и мало того, мы в городском парке также планируем это расширить, этот вид, и также пустить туда предпринимателей, поэтому я думаю, это будет развиваться, и на наш взгляд, это необходимо и нужно нашему населению. Теперь здесь порядок и чистота. Единственный недостаток – на веселых горках время летит очень быстро. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».